Всем привет! Сегодня я хочу предложить вам рецепт острой аджики без варки на зиму. Вам понадобится 2,5 кг помидор, 1 кг болгарского перца, 300 г чеснока, 200 г хрена, перец горький с семечками 3-4 стручка, 1,5 стакана уксуса, 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли. Все овощи помойте, очистите и пропустите через мясорубку. Перемешайте. В готовую смесь добавьте сахар, соль и уксус. Аджику оставьте при комнатной температуре примерно на час, периодически помешивая, чтобы сахар и соль растворились. После этого свою аджику поставьте в холодильник на сутки. На следующий день разлейте аджику без варки по сухим стерилизованным банкам. Закатайте стерилизованными крышками и отправьте приправу в холодильник. Острая аджика готова и хранится она в холодном месте. Приятного вам аппетита! Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного.